Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лера Фрост и Захар Саленко уже вместе 3 месяца. Ребята отметили этот мини-праздник. Вальтер Соломенцев уверяет, что он любит Олесю Лисовскую и отрицает факт переписки с женой. «Никакой переписки не было, — говорит он. — Я лишь написал сообщение, что скоро приеду к детям и буду один. Гюльнара категорически против того, чтобы я приезжал с Олесей». Также Соломенцев уверяет, что интимные фото бывшей жены, которые Олеся нашла у него в планшете, были сделаны более 2 лет назад и попросту забыты. Он сразу же их удалил. Вера Курочка тайком сняла бардак в комнате Майи Донцовой и Алексея Купина и опубликовала на странице журнала «Дом-2». Майя разозлилась, увидев фото. Она уверяет, что беспорядок был временный во время переезда. А Веру Майя позвала крысой и тихушницей. Зрители «Дома-2» предполагают, в чем же настоящая причина драки Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова. Все дело в конкурсе «Любовь года», в котором Юлия с Сергеем очень хотят победить. А лучший шанс стать первыми – это вызвать жалость у зрителей. Поэтому Юлия и решила сделать себя жертвой с помощью Сережи. Саша Черно отказывается худеть и заниматься спортом, потому что Иосиф Оганесян слишком настойчиво просит ее об этом. «Я не изменюсь, и что-то делать ради того, что мне кто-то это сказал, я не буду». Марина Африкантова рассказала, что Виталий Малышев проспорил, он сбрил себе брови. Подробности увидим в эфире. Сергей Захарьяш наконец-то перевоспитал Лилию Читрару. Он добился хорошего отношения к себе. Он надеется, что девушка поняла, в чем была неправа. Ваня Барзиков опубликовал фото со своей мамой. «Маман – лучшая девушка на свете», – пишет он. «Вот такую жену мне и нужно». Катя Гужвинская, в отличие от Марины Мексики, довольна своим новым носом. «Меня очень даже устраивает мой носик», – пишет девушка, – «спасибо Гайку Павловичу». И не надо ставить в пример людей, которые бухают 24 часа в сутки, что во время реабилитации не особо хорошо, а потом у них носы какие-то не такие. «У меня все отлично». Антон Гусев, как вы помните, хотел провести день рождения со своим сыном Даниэлем. Но, видимо, Женя Феофилактова против этого. Антон пожаловался читателям своего блога. «Хочу забрать сына, вызваниваю все утро. В итоге трубку не поднимают. Взрослые все, а такой цирк устраивают». Антону пришлось, видимо, поменять свои планы. И он отметил день рождения в компании Вики Романец. Парочку сфотографировали в ресторане. Феофилактова прокомментировала эту ситуацию. «Мне никто не звонил, впервые об этом слышу. 3-й месяц пошел, как ребенок не видит отца». На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.